На этой неделе в районе прошел очередной чистый четверг. По традиции, в рамках данного мероприятия коллективы трудятся на закрепленных и прилегающих территориях. Участники собрали мусор, сухую листву, приведены в порядок аллеи, скошена сорная трава, подметены тротуары. Несомненно, порядок и чистота добавляют ярких красок в осенний пейзаж. Мероприятия по санитарной очистке территории в этот день прошли практически во всех сельских поселениях района.